В Ингушетии с 4 по 6 октября при поддержке Министерства спорта Республики Ингушетия состоится профессиональный всероссийский турнир по боевому самбо в памяти героя России Абубакара Костоева. Турнир будет проходить в здании специализированного зала бокса напротив здания телевидения. В поединках сойдутся лучшие представители школ боевого самбо и других единоборств. Победителей ждут ценные призы. Телефон для справок 8 962 642 82 82.